вы действительно любите домашнюю кухню, то придвигайтесь поближе, потому что сейчас будут грандиозные новости. Сегодня мы празднуем открытие семейного ресторана домашней кухни с интересным названием «Фрумушика». А интересное, но хотя бы потому, что его история началась еще в 1813 году в одной молдавской деревушке. А теперь все по порядку. Ресторан «Фрумушика» имеет свое подсобное хозяйство, кстати, самое большое в Европе. А это значит, что практически вся продукция этого ресторана собственного, экологически чистого производства, начиная от баранины и заканчивая вином. Лет 10 тому назад мне жена, Мишина мама, сказала, что Миша когда-то в 20 лет сказал, что я когда-то буду иметь ресторан свой. Вообще для меня это было открытие. Я больше был сориентирован, что спортом заниматься, какими-то другими. Но когда он заговорил насчет ресторана, для меня это было открытие. Сегодня это как итог 7-летней работы. Я надеюсь, что это не последнее. Что же такое «Фрумушика Нова»? Потому что для многих одесситов это впервые, да, вот это сочетание слов, наверное. «Фрумушика Нова» – я на 51% молдаванин, Миша, естественно, на 25%. Это наша, это родина, моего папы, Мишиного дедушки, это родина дедов и прадедов. Мы подняли сведения, первые упоминания, которые мы нашли. Это 1813 год. Затем, в 46 году, по решению Жукова, по ходатайству Жукова, было принято решение 5 сел согнать с мест, насиженных мест, где они детей выращивали, виноградники, имели свой скот. 5 сел выселили и образовали военный полигон. Затем, в 2002 году, они забросили этот полигон. И мы в 2006 году, 6.06.2006 года, мы копнули первую лопату для устройства летнего лагеря для разведения овец каракульской породы. Сегодня это самое большое хозяйство по выращиванию овец в Европе. Титулы «Фрумушики», достижения, они перешли на Одессу. В горсовете была презентация «Книга рекордов Украины». «Фрумушик» отмечена 3 номинациями. Никто из всех номинантов 2016 года 3 номинации никто не имел. Будучи здесь, на «Фрумушике», это обязательно человек захочет поехать на то место «Фрумушика». Это Тарутинский район, это комплекс, музейный комплекс 5 музеев, это целинная степь. Это заказник. Это вы даже не можете представить. Сейчас, особенно в моем месяце, когда все благоухает, я спешу нас встречать друзей литовцев. И я все равно остановлюсь на 5 минут. Походил 5 минут среди этого разнотравья цветущего. И, это надо поехать увидеть. Молдавского «Фрумушика» переводится как «красавица», поэтому нет ничего удивительного, что интерьер ресторана покоряет моментально. Бесконечные домашние закрутки, деревенские пейзажи и много натурального дерева дают почувствовать себя дома, там, где лучше всего на земле. 6-7 лет назад мы начали развивать эту область и построили первое кафе на поселке Котовского. И, в принципе, втянулись в этот бизнес, втянулись в это дело, полюбили. Жена очень вкусно готовит, и все, я понимал то, что это нужно развивать. Как мы дошли до этого заведения? Наверное, опыт, уже любовь к этой работе. И уже какое-то путешествие, смотрели там, какие-то новые идеи. И реализовали их в этом заведении. А концепция этого заведения, конечно, та «Фрумушика», которая является подсобным хозяйством, где мы получаем самые лучшие продукты, самые лучшие, качественные. То есть это очень многое влияет для кухни. В нашем заведении самая лучшая баранина. То есть мы ее сами выращиваем. Мы контролируем откорм, мы понимаем, чем, как. Это пастбищное содержание, это натуральное мясо. Плюс всегда свежее. И любые блюда из баранины недостойны уважения. Хлебную продукцию делаем сами. И вы не поверите, у нас вот эта печеная плацинда, которая с тянучего теста, делает человек, который живет 5 километров от «Фрумушики», той вот «Фрумушики» нашего хозяйства. И он здесь работает и делает вот именно по традиционным бессарабским, молдавским рецептам плацинды.
Игорь, я знаю, что ты большой любитель домашней кухни сам. Вот скажи мне, пожалуйста, что для тебя самое главное в домашней кухне? Ну, наверное, в первую очередь это продукты, выращенные на своем хозяйстве, это как происходит это в этом заведении, да? То есть мы знаем давно уже ребят, мы знаем их не первый день, знаем о другом виде их бизнеса, но сегодня они представляют нам ресторан семейный, домашней кухни, будем пробовать, будем смотреть. Я думаю, что все очень вкусно, интерьер приятно удивил, интерьер действительно семейного ресторана, поэтому ну, будем ходить сюда. Я думаю, даже наша аудитория – это в первую очередь люди, которые хотят вкусно покушать, попасть в домашнюю теплую обстановку и выпить бокал вкусного натурального вина. Еда вкусная очень. Вот сунчук из баранины мне очень понравился. Брынза с домашним вареньем из помидор – это вкусняшка очень. И очень понравилась вертута с брынзой. Я вообще по-мучному, но это очень вкусно. Нашу одесскую кухню и, в частности, курмушику – ее нужно отметить, потому что действительно с душой это выращены бараны. Я это все видела, как это готовится, это брынза. Ну вот действительно, гости придут и порадуют. Порадуют гостей и себя в свою очередь. Потрясающее вино. Что делает его потрясающим? Мне кажется, его изумительный вкус, его изумительный цвет. Рубин. Мягкое поглощение и прекрасное приготовление. Чувствуется, что готовили настоящие мастера, знающие свое дело. Вот удовольствие. Ты получаешь кайф от того, что ты сидишь, отдыхаешь, ешь, пьешь. Вот по поводу вина, это каберне по-белому, которое делается без мезги, то есть без того, чтобы вино отстаивалось. То есть сразу его выдавливают, сразу собирают, выдавливают и сразу заливают в бочки для хранения. Оно могло переиграть. То есть нету краски. Это чистое, натуральное вино. Я думаю, то, что у нас по сезону будет очень сильно меняться часть меню. И для того, чтобы люди могли каждый раз приходить и что-то новенькое кушать. Кофейная карта – это кафе «Багит». И это костариканский кофе. Его не в Одессе, его просто можно, наверное, только у нас пить. Его никто не заводит, мы его сами заказываем. Это тот кофе, который пакуется именно на заводе, на плантациях, и потом попадает к нам в заведение. Когда люди остаются до 2 часов ночи, там, до утра, вкладывают в это дело душу, это дорогого стоит. Я могу сказать точно, что мидия, рапана – это тоже как бы сезонное блюдо. Я считаю, что для лета это такое легкая еда. Что бы я мог еще сказать? У нас на парковке предусмотрена зарядка для автомобилей, электроавтомобилей. И поэтому владельцы вот этих новых автомобилей электро, да, они могут экологически чистых, да, то есть фурмушик – экология – это электрокар, то есть здесь все связано. И то, что они могут приехать к нам в обед, выпить чашечку вкусного кофе и позарядить себя и свой автомобиль. Тот, кто привык быть лучшим, будет лучшим во всем. Поэтому даже утренний кофе в ресторане «Промушика» – это намного больше, чем просто бодрость. Элитный костариканский напиток представлен здесь эксклюзивно. Впрочем, как и все остальное. Балуйте себя и своих близких. И до встречи на Одесса Fashion Channel.